Елене Ткаченко. Все такие короткие паузы между окончанием упражнения и объявлением оценки. И вот вы представляете эмоции гимнастки. Радость, потому что все получилось в упражнении. И буквально спустя несколько секунд разочарование. Чемпионате мира в Мадриде Симона Пейчева способна конкурировать с Еленой Ткаченко за третье место, поэтому ждем оценки с нетерпением, чтобы узнать имя последнего призера чемпионата мира в отдельных видах. Восемь, девять, артистичность, 9-0, сложность, 9-375, исполнение. Таким образом, сейчас компьютер должен вывести окончательный результат. 27-275. Да, это третье место и третья медаль Симоны Пейчевой. Вот, в общем-то, болгарки